Клиническая больница РЖД «Медицина» города Мурома провела традиционный день открытых дверей для детей работников Горьковской железной дороги. Вместе со школьниками о работе врачей поликлиники и отделений стационара больше узнала и наша съемочная группа. Горьковская железная дорога – это не только рельсы, шпалы, паровозы. Это еще наша железнодорожная больница. И вот мы хотим вам показать нашу поликлинику, вообще нашу больницу, как здесь все организовано. Клиническая больница РЖД медицины города Мурома собирает школьников ежегодно, так что опыт проведения познавательных для детей и подростков экскурсий накоплен большой. В этом году день открытых дверей медицинского учреждения совпал с детским днем Горьковской железной дороги. Сегодня мы детям показали, как должна работать поликлиника в новых условиях, как она должна выглядеть, чтобы была удобной и доступной для всех наших пациентов. Наверное, многие из них выберут не только работу на Горьковской железной дороге, но и работу непосредственно в железнодорожной больнице и в нашей поликлинике. С большим интересом ребята узнавали, как выглядит новая регистратура, знакомились с работой врачей в кабинетах. У меня на железной дороге работает мама, она тоже посещает эту поликлинику. Оказалось, что это поликлиника нового типа, здесь удобно, просторно и нет очередей. Мы посетили разные кабинеты: рентген-кабинет, кабинет функциональной диагностики и кабинет приема врачей. За 2,5 часа ребята смогли побывать в клинико-диагностической лаборатории и понаблюдать за тем, как ведутся исследования, увидеть современное медицинское оборудование и узнать о его функциональном назначении, побывать в одном из самых передовых отделений кардиологии. Нам рассказали о работе сердца, как оно устроено, какого оно размера. У каждого человека оно разного размера. Что мешает сердцу, что не полезно сердцу. Было очень интересно, мне все понравилось и запомнилось. Чтобы полученная информация усвоилась легче и запомнилась надолго, юным гостям клинической больницы было предложено принять участие в викторине. Каждый вопрос, который был связан с темой медицины и здорового образа жизни. Никто не остался без подарков. Программа на этом не закончилась. Впереди у ребят посещение музея и вкусный горячий обед. Елена Петрова, Алексей Капотов. Новости Муром.